Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. По официальной статистике, в метро спускается людей больше, чем поднимается из него. 20 с лишним лет подземный город был предоставлен сам себе. Ежедневно поезда метро увозят миллионы людей в темноту туннелей. Люди пропали. Наши друзья. Так чего решили, что они в метро пропали, а? Вот запись видеонаблюдения. Под любым старым большим городом площадь подземных коммуникаций больше, чем на поверхности. Я тебе предложение хотел сделать. Здесь у нас еще один город. Я думаю, что нас собрали здесь не случайно. Есть у кого-нибудь мысли, что здесь вообще кто-то смотрит? Это какая-то загадка, какой-то ребус. Кто тебя тянет? Пожалуйста.